Дорогие друзья, ваше внимание на старт. Представляем финал женщин в беге на 400 метров. Шестая дорожка. Любовь Семенова, Академия легкой атлетики, 55,01. Ее результат в забеге. Пятая дорожка. Рекордсменка легкоатлетического манежа на Крестовском острове Надежда Котлярова, Республика Карелия, 54,10. Ее результат в забеге. Третья дорожка. Елизавета Федосеева, Школа высшего спортивного мастерства, 55,37. Вторая дорожка. Екатерина Болесникова, Республика Коми, 55,80 в забеге. Первая дорожка. Екатерина Тюрина, ШВСМ, 56,40. Ее результат в забеге. Рекорд Санкт-Петербурга на этой дистанции среди женщин и спортсменок молодежного возраста 50,15 секунды в 2006 году установила Ольга Зайцева, юность России. Рекорд манежа 53,22 установила в 2016 году участница нашего финала Надежда Котлярова, Карелия. Лучший результат в забеге из участниц этого финала показала Надежда Котлярова, Республика Карелия. Она стартовала по пятой дорожке. И сейчас Надежда первая выходит на общую дорожку. Мы напомним, что ей принадлежит рекорд манежа, установленный в прошлом году. 53,22. Последний вираж, и лидеры выходят на финишную прямую. Надежда Котлярова чуть впереди, Елизавета Федосеева, ШВСМ. Вплотную за лидером финиширует второй. Thank you.